Я знову вітаю всіх глядачів 9 каналу. Ми продовжуємо чергу прямих включень. Ну і одразу змушений вибачитися перед усіма вболівальниками. Ми обов'язково повернемося до трансляції футбольного матчу «Динамо», але трошки згодом, тому що деякі події, які відбуваються у Дніпропетровську, затьмарюють події спортивні. Прямо зараз у нашій студії ми зустрічаємо Наталю Хазан, волонтера благодійної організації «Фонд оборони країни». Нагадаю, що сьогодні на території Дніпропетровська відбулася низка обшуків. Працівники Служби безпеки України затримали одного з лідерів політичної партії «УКРОП» Геннадія Корбана. Ну і, наскільки я розумію, пані Наталя, доброго вечора, якщо він добрий. Не можу сказати, що сьогодні вечір добрий. Обыски произошли и в том числе у вас. Да. Давайте поговорим о том, как это происходило, насколько это было законно и вообще вот хронологию событий. Хронология событий следующая. В 8 утра мне начали ломиться в двери. Я спала. Вот. Я спросила, кто там. Мне сказали, генпрокуратура. Я решила, что это какой-то бред. Вот. Я говорю, ну, что за это? Генпрокуратура, открывайте. Я не открою, не знаю, кто вы. Я сейчас вызову милицию. И потом, открывайте, иначе мы будем ломать, как бы все, открывайте. Я открыла. Стоял, как потом выяснилось, представитель генпрокуратуры, следователь, показал мне документы. Стоял представитель СБУ, показал мне документы. Еще один парень из СБУ. И два военных мальчика-срочника. Вот буквально перед тем, как я зашла к вам на эфир, я позвонила командиру части, откуда эти ребята, 55-я бригада. Вот, спросила, на каком основании срочники находились сегодня утром у меня в квартире, как понятые при обыске. Он сказал, я такого распоряжения не давал, я не знаю, о чем речь. У ребят я спросила, кто у вас это? Ну, мы не могли ослушаться приказа, мы приехали как понятые. То есть, по сути, это дезертирство. Кто отдал приказ взять срочников на обыск ко мне домой, мы будем выяснять. Они зашли, сказали, что мы сейчас будем проводить обыск. Зачитал он мне какую-то ухвалу. Что начали... искали? Я не поняла, что искали. Они перерыли всю квартиру абсолютно. Они просматривали ежедневники мои. Они просматривали какие-то бумаги. Они просматривали там сферу моей деятельности. Я много лет у меня было рекламное агентство, да. Сейчас я занимаюсь там кинопродюсированием. То есть они смотрели портфолио, они смотрели книги, перетряхивали вещи, да. То есть я тоже пыталась задать вопрос, что вы ищете. Мы вам все зачитали. Постанове. То есть какие-то там типа видео, диски. Ну, в постанове было перечислено все, да. Деньги, ценности. У вас есть ценности? Конечно, говорю, я девочка, у меня есть ценности. И у вас есть деньги? Я говорю, естественно, у меня есть какие-то деньги. Я же на что-то живу. То есть какие-то абсурдные вещи. Они смотрели диски. Говорят, что вы хотите найти в дисках? Смотрят там. Классика мирового кинематографа. Я говорю, а ну, где вариант, что за этой обложкой не скрывается, как я уже просто их троллила всю дорогу, не скрывается что-то, что нужно вам. Так давайте же пересмотрим, у меня большая видеотека, фонотека, да, и так далее. Наташ, да. Ну вот когда зашли сотрудники правоохранительных органов и показали вам определенные документы, вы задавали вопрос, в каком статусе я сейчас нахожусь, нужен ли мне адвокат, допустите ли вы моих адвокатов, что вообще я, говорили? Честно... Не имею подобного опыта в жизни, да, это было первый раз, сегодня Хэллоуин, нечистая сила слетелась ко мне, и не только ко мне, вот, я пыталась задать какие-то вопросы, но я не знала всех своих алгоритмов действий, у меня ночевала моя подруга из другого города, она приехала, вот, она была, ну, свидетелем, да, всего происходящего, потом начали подтягиваться, ну, быстро все разошлось, я успела там какую-то скинуть смс-ку, да, в чат, в наш волонтерский, вот, приехали волонтеры, они пытались зайти ко мне домой, их никого не пустили, они привезли адвоката, вызвали милицию, милицию не пустили, адвоката я упросила пустить. Вот. И они говорят, у вас подписан договор с этим адвокатом? Я говорю, конечно же нет. Ну вы что, считаете, что я живу в жизни, да, и жду каких-то обысков, и на всякий случай у меня подписан договор с адвокатом? Нет, говорю, он сейчас приедет, и мы его подпишем. Ну а как? То есть они пересмотрели абсолютно все. Что изъяли?
Не изъяли ничего. Вот честно, спасибо, не изъяли ничего. Была какая-то там незначительная сумма денег. Они как бы, говорю, ребята, говорю, ну вот честно, это все мои деньги. Мне надо на что-то жить. Ну, как бы я вас прошу, как бы не забирать. Вот, они не забрали ничего. Мы, конечно, я, конечно, их троллила, потому что, ну, они нашли у меня тактическую аптечку. Говорю, вы-то на войне не были? В Киеве-то у вас войны нет? У вас, у СБУшника, у вас в Генпрокуратуре, да? Войны нет. Так посмотрите хоть, как выглядит тактическая аптечка, например. Ну, в таком духе. Когда происходил обыск у вас? Происходили обыска и у многих других представителей фонда, в том числе и у вашего родственника? Да, ну, родственник — это мой старший брат родной. Да. Но с братом, конечно, все оказалось жестче. Во-первых, я хочу сказать, что мы вот буквально на прошлой неделе мы вернулись из Израиля. Павел получил травму 26 января, мы все были под администрацией, ему прямо в глаза брызнули слезоточивым газом, и пошел ожог, и у него истончение роговицы. Мы были в Израиле, консультировались, и ему в понедельник, послезавтра, надо ложиться на операцию. Он слепнет. То есть ему срочно надо делать операцию, израильские врачи как бы сказали, что срочно. Вот. И стрессы, и все это не способствует. То есть сегодня ему, естественно, стало хуже, потому что, ну, он просто слепнет. Вот. У него сломали дверь, у него забрали деньги все, которые мы копили на операцию, но не дешево. Вот. Забрали всю оргтехнику, телефон, он без связи. То есть у него все это жестче, к нему пришли именно маски-шоу с автоматчиками. Он только ночью вернулся из АТО, я просто не спала полночи, пока они не вернулись из АТО. Вот, а утром, ну, он поехал к родителям, ну, уже как бы, когда вернулся, вот, и позвонила утром жена, что ломают двери, и он поехал туда. Сьогодні з'явилася офіційна заява представників УКРОПу стосовно того, що репресії пов'язані з помстою дніпропетровцям за те, що не здали місто. Як ви відноситесь до цієї фрази? Не знаю, я вважаю, що... Ну вот честно, как бы мы стояли на Майдане, да, против режима Януковича, но такого не было. При Януковиче такого не было. Чтобы вот так вот, вот беспардонно, вот, ну не было. То есть за что мы стояли на Майдане? У меня, честно, у меня опустились руки, когда я увидела процент проголосовавших за Вилку Лайопа Блок. То есть нас били 26 января, да, кого-то сажали и так далее. И все равно город голосует за ОПА-блок, за Вилкула. И опять, ну, с приходом холодов у меня масса звонков и сообщений. Опять нужны теплые вещи, там то-то-то с фронта, да. Все по новой, снова здравствуйте. То есть, а что поменялось? Я, честно, я вот эту неделю я пребываю в какой-то... Ну вот после выборов, да, в какой-то депрессии от этого. И сегодняшнее утро, оно просто добило. То есть ради чего мы боролись, ради чего положено столько тысяч жизней на Востоке. Мой брат, командир спецподразделения связи, который, рискуя жизнью, ну, постоянно выезжает в зону боевых действий, да, и выполняет операции для того, чтобы, ну, мы воевали нормально. Я положила эти полтора года жизни практически без выходных. Все, ну, как бы многие в городе меня знают, в каком режиме я находилась, все знают. По 4, по 5 часов сна, в лучшем случае. То есть для того, чтобы защищать область, да, город, защищать страну. И вот ко мне, ну, это вообще... То есть он у меня из Генпрокуратуры открывает ежедневник, а там лежит талончик из трамвая. Ну, счастливый билетик, да, сохраняет. Он так смотрит, я говорю, это талончик трамвайный. Говорю, езжу на трамвае, да. Говорю, представьте, так бывает. Говорю, а вы у Вилкула не хотите провести обыски? Почему вы не проводите обыски и не привлекаете к ответственности тех людей, которые явные, ну, мерзавцы? Мне СБУшник говорит, а почему вы считаете, что у Вилкула не проводятся обыски? Говорю, потому что я была 26 января, и никто... Кто организовывал это все, не понес ответственности. Ни Вилкул, ни УДОТ. Никто не понес. Терабайты доказательств, видео лежат в прокуратуре. Свидетельства и все такое. И все на свободе, все классно. Зато ко мне просто... Пришли с обыском. Да. Я предлагаю вам, Наташ, и нашим телезрителям посмотреть небольшой фрагмент телевизионный. А потом я вам задам один очень важный вопрос. Окей. Итак, давайте смотреть. Вот смотрите, мы видим сейчас сотрудников спецподразделений,
достаточно хорошо экипированы. Смотрите, на заднем плане, на спинах мы видим, что это спецпризначенцы Службы безпеки Украины. Их много. За официальной информацией, сегодня был брифинг в городе Киеве, и пресс-служба Генпрокуратуры и СБУ сообщила о том, что порядка 500 сотрудников спецподразделения СБУ выехали сюда. Выехали в Днепропетровск и проводят широкомасштабную операцию. Ну вот, собственно говоря, почему я попросил вас посмотреть этот фрагмент. Вот определенные вещи на амуниции, определенная амуниция вам ничего не напомнила? Аптечки. Вы знаете, что обидно и смешно одновременно? Мы живем в эпоху когнитивного диссонанса. То есть ребята СБУшники днепропетровские, молодые ребята, они меня лично знают, которых мы одевали, которым я собирала лично аптечки вот этими руками, да, и которые уходили в зону АТО. И приезжают киевские, да, я говорю, да я же ваших СБУшников в Днепре, ну позвоните, спросите. Я же их одевала, вы же не дали. А при этом у них у всех айфоны, два СБУшника, ну, последние модели, да, на нем форма хорошая, берцы. Я говорю, а за какой счет это все куплено? Я купил за свою зарплату. Я говорю, мне интересно, какая зарплата, это мое личное дело. Я говорю, подожди, я говорю, чувак, ты живешь на мои деньги. И ты, говорю, живешь на мои деньги, представитель Генпрокуратуры. Я живу за свою зарплату. Я говорю, нет, я плачу налоги. Я, те друзья, которые сейчас мерзнут у меня под подъездом, там 15 человек, да, вы живете на наши деньги. Нет, я живу на зарплату. Я говорю, еще раз, мы отчисляем налоги. И с бюджета вам платится зарплата. Я плачу налоги, я работаю еще на двух работах и трачу деньги на войну, чтобы вы ко мне пришли делать обыск. Ну вот смотрите, мы аптечки я узнала. Узнали. Да. То есть те аптечки, это которые не фонд, аптечки Минобороны. Фонд обороны Украины. Да. Предоставил сотрудникам, сотрудникам СБУ, которые пришли вас обыскивать. Да. Так? Да. Фонд обороны Украины. Да, аптечки я узнала, я видела это видео в интернете, просто еще сегодня, чуть раньше, да, мы мониторили, что происходит, вот. И все, мы сидели, все, у меня маленькая квартира, у меня хрущевка, набилась куча народу, волонтеры, да, все приехали, мне не хватало стулья, мне не хватало места, сидели на полу, то есть, ну, я фотки выкладывала в Фейсбуке, вот. И мы смотрим это видео, и все такие аптечки. Шок. Ну, это абсурд, вы понимаете? Вот, и это же почему-то указание, это все делается. Это же не само собой происходит. Не само собой. Мне сегодня звонило такое количество людей и писало, я, к сожалению, не могу ответить всем на звонки еще, но мне звонили, ну, по роду своей деятельности, я знаю артистов каких-то, да, певцов, каких-то общественных деятелей, блогеров, ну, каких-то известных людей. И мне звонит Бронюк, друг мой давний, да, группа «Тиг», говорит, Наташа, я уже звонила в администрацию президента, да, они пытаются выяснить. Эти чуваки, которые ходили у меня по квартире, они вообще прозревали, там фотография, там подписанная, все. О, Виктор Андриенко, а вы, я говорю, ну, мы дружим, да. Вот, висит фотография там моя с Агутиным, а вы что, знакомы? Я говорю, да. Там журнал, там книга, там с Кузьмой, а вы что, знали Кузьму? Я говорю, ну, мы дружили, говорю. Ну, видите, вы очень многих знали, вот. И они не понимают, и они так книжку берут, я говорю, будьте добры, с этой книжкой осторожнее, говорю, это книга моей бабушки. А, говорю, а эту книгу написал мой отец. Они заходят в другую комнату, там пианино, ноты. А что у вас столько нот? Вы что, на пианино играете? Говорю, представьте себе. То есть... Ну, вот смотрите, те события, которые произошли сегодня с самого утра, и продолжаются сейчас, насколько я понимаю, проанонсированная ГПУ и СБУ спецоперация продолжается, но и днепропетровцы достаточно, ну, неспокойно на эту всю ситуацию реагируют. И, насколько я знаю, в 18.00 возле облгосадминистрации планируется определенный митинг. То есть небайдужие люди планируют туда прийти. Вы завитаете туда или нет? Я не знаю еще. Ну, возможно, я подъеду, конечно. Но меня в этой всей ситуации, вот честно, меня вот сейчас беспокоит больше всего это здоровье своего брата. Потому что я знаю в динамике, что с ним происходит по здоровью.
Мы вместе были у доктора в Израиле, да, он консультировался здесь, в Украине, в Днепропетровске и в Киеве. И это то, что меня сейчас беспокоит вот больше всего. Опять-таки, да, я благодарю всех за поддержку. И действительно, как бы это очень важно, там, что из разных стран люди начали писать, да, звонить там, по всей Украине. И Днепр, вот после вот этих голосований за Вилкула и Опоблок, да, и Днепр сейчас выходит, я не знаю, честно, вот что-то даст это или нет. Мне все время хочется верить лучше, я такой неисправимый оптимист. Ну вот каждый раз, ну когда уже фонд обороны Украины, да, трогать волонтеров, ну это последнее, мне кажется. Просто, когда у нас сидят в Верховной Раде откровенные мерзавцы, да, которые коррупционеры и так далее. Сидят в Днепропетровске те, которые спонсировали эту войну, да, и которые там за Россию, да, а не за Украину, и трогать волонтеров. То есть... Давайте попытаемся все-таки спрогнозировать, как события будут происходить. Понятно, что выходные дни, но они совсем не выходные, то есть все в тонусе, все работают. Кто проводит обыска, кто пытается себя с юридической точки зрения защитить. Но вот чем, на ваш взгляд, все это дело должно завершиться, и кто должен принять какое-то стратегическое решение для того, чтобы... Президент. Ну, мое мнение, президент. А как вы думаете, вот эти вот обыска и появление 500 сотрудников СБУ на территории Днепропетровской области, это не согласовано с первыми лицами государства? Естественно. Ну, все, что происходит вот в таких масштабах, да, это, естественно, чье-то указание. Ну, безусловно, они не могут. Они мне говорят, ну, это наша работа, когда там у меня там белье перерывают, да, там мои там какие-то там украшения, что-то еще, это наша работа. Я сижу, говорю, ребят, вот, говорю, дети мечтают же там в детстве стать там пилотами, космонавтами, докторами. Скажите, пожалуйста, а вот у меня еще нет детей, но я планирую в жизни. Вот как не нужно воспитывать ребенка, чтобы ребенок мечтал стать тем, кто будет врываться в дома к чужим людям и перерывать их вещи? Они работают по указанию. Эти срочники, которые у меня были, они говорят, мы не могли ослушаться. Они выглянули в окно, видят толпу людей. А это кто это? Говорю, ну это друзья мои, волонтеры. Стоят срочники, я говорю, хотите, чтобы у вас было столько волонтеров, когда вы пойдете на войну? Конечно, хотим. Говорю, а не будет. Говорю, а знаете чего? Объяснять надо. Говорю, а вам надо объяснять, что у вас не будет волонтеров, когда вы пойдете на войну? Потому что конкретно с этой бригадой я этим пацанам сказала, привет комбригу. Дякую, Наталя, що знайшли змогу і завітали до нашої студії. Дякую нашим, вам за запрошення. Да, нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу була волонтер благодійної організації «Фонд оборони країни». У Наталі, як і у більшості представників фонду, сьогодні були обшуки. Це спільна спецоперація представників СБУ та Генпрокуратури. Ми продовжуємо слідкувати над цією ситуацією, що відбувається у нашому регіоні.